Все святые места Бадринар, Бадринараян также, все находятся во Вриндаване. Бринда Деви и Йога Майя устраивают все игры во Вриндаване, все игры Кришны. Она та, кто организовывает все игры, поддерживает их. Кришна всегда занят, он лишь только играет в свои игры. Кто питает игры? Йога Майя. То, как мама Яшода связывает Кришну веревками. Йога Майя всегда питает игры Кришны. Кришна совершает танец расы. Йога Майя питает игры, когда разные игры, все разные игры. А кто питает игры, такие как Раса Лила? Это Вринда Деви. То есть Йога Майя Парнамасия Деви, она организует все остальные игры, кроме Мадхури Расы. А игры в Мадхури Расе, особенно танец расы, организует Вринда Деви. Это не Шанталила, когда кончилась ночь и начинается утро, Рада Кришна не отдыхает в Никунджах. После танца раса они очень устали, не отдыхают. И сейчас Радхарани нужно идти в Явад, прежде чем Джатила и Кутила придет. Уже Джатила и Кутила. Они не знают, что Рада Кришна отдыхает в Никунджи. Оба они отдыхают в Никунджах. И Манджари Саки, что они сделают? Рано утром они пробуждают их. Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад говорит, Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорит, те храмы, которые находятся в духовной обители, я проявил их все здесь, в материальном мире. И Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад говорит, что Гаудия Матха — это Никунджа Радхарани, Никунджа — сокровенные рощи Рады и Кришны. И что Манджари и Гопи делают во Вриндаване? До Брахмамухурта они принимают омовение. После этого ставят тилак. Прабхупад тем же самым вещам учил. Когда нам нужно просыпаться?
нехорошо просыпаться в 8 или в 9 утра. Если вы хотите служить на Галоке Вриндаване, тогда нужно просыпаться до Брахма-мухурты, принимать омовение, ставить тилак, повторять гуру мантры, приходить совершать арати, мангала-арати. Тот, кто не совершает мангала-арати, ничего благоприятного не случится в его жизни в течение дня. Мангала значит благоприятное. И Вринда-деви организует все эти сладостные игры в Мадхури-расе. И рано утром птицы будят Раду Кришну. Разные птицы издают разные звуки. Кукушки кукуют, павлины издают свои звуки, попугаи. Радхарани говорит, мы и так прекрасно спали, а вы нас будете, отправляйтесь ко мне в материальный мир. Кто такие Джатила и Кутила? Это свекровь, теща, мать мужа и сестра мужа Радхарани. И Вринда-деви таким образом устраивает игры Рады Кришны, что им очень сложно встретиться. Если мы что-то получаем очень просто, мы не ценим это. Мы очень ценим то, что достается нам сложно. Раньше очень сложно было мужу и жене встречаться перед старшими родственниками. Что значит «чатила» и «кутила»? Это значит, те, кто мелкие, как это, из мухи делают слона. Где вы были? Что вы делали? И вот, Йогамай организует, Вринда-деви организует так, что Джатила и Кутила приходят рано утром, когда Джатила и Кутила рядом. Кто-то прокричал, Джатила и Кутила идут. И Рада и Кришна быстро просыпаются. Только и после этого происходит арати. Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, который написал это арати. Мангала Шри Гуру Гаура Мангала Удвоя. Кусум, это саравари, очень прекрасные цветы растут там вокруг кунджи. Вринда-деви, чтобы сделать игры Рады Кришны более и более сладостными, более красивыми. Вринда-деви.
Она организует все эти цветы, птиц. Все это организует Вриндадеви. Она ответственна за Югаламилан, то есть за встречу Рады Кришны. И то же самое Вриндадеви, чтобы благословить нас, пролить на нас милость, проявляется в этом мире как Туласи. И Бхактипрагьяна Кеша Госвами Махарадж в этом утреннем баджане. Намо Нама Туласи Кришна. Это вечернее. Столько много цветов вокруг. Но Кришна счастлив, когда мы предлагаем ему Туласи, особенно Манджари Туласи. Туласи и Манджари не могут быть сравнены ни с какими другими цветами. Бринда Деви благословляет нас восьмью способами. Сначала своим даршином, то есть мы можем ее видеть, потом мы можем к ней прикасаться. Сначала мы видим ее, потом мы к ней прикасаемся. Допустим, мы можем прикасаться к кантималам, которые сделаны из туласи. И шлока в Пуранах. Тот, кто принимает омовение с кантималами, и когда вода прикасается к туласи, и потом эта вода омывает все тело, это подобно омовению во всех святых реках. Ямадуты никогда не придут к такому человеку, который кто носит туласи и омываются. Был один фермер, который должен был скоро умереть. И у него был бык. Бык пытался атаковать его. Ударил. Непонятно. И из-за того, что он прикоснулся к туласи, он должен отправиться на Вайкунтху. Не совсем понятно. То ли фермер, то ли бык. Носить кантимала из туласи вокруг шеи очень благоприятно. Тот, у кого есть туласи на шее, никогда не отправится в ад. Тот, кто медитирует на туласи, будет во всем успешен. Ухаживать за туласи в своем доме тоже очень благоприятно, очень важно. Преданность такого человека будет увеличиваться. Те
у кого нету туласи в доме, его преданность не будет увеличиваться. И запах туласи, если кто-то вдыхает аромат туласи, это также увеличивает его преданность. Тот, кто обходит растение туласи, также получает благо. Вот таким образом туласи служит и помогает нам разными путями. Адвайта Ачарья пытался призвать Господа в этот мир и искал в шастрах, как он может это сделать. Господь сам сказал, если кто-то предлагает мне туласи с водой Ганги, и я начинаю трястись на Вайкунтхе. Адвайта Ачарья стал предлагать воду Ганги и туласи. Пусть же Бхагаван оставит Вайкунтху и в форме Гаура Хари придет сюда в материальный мир. Туласи, Деви, во время захода солнца после принятия омовения непонятно. Очень быстро, не могу понять. Нарада Муни сказал, дай мне как можно больше золота. И все золото из дворца было принесено. Кришна сидел с одной стороны, с другой стороны было золото. Я прошу прощения, не знаю эту историю. Очень быстро пересказывают ее. Они, наверное, пытались взвесить Кришну. На одну сторону весов посадили Кришну, на другую сторону золото. И Кришна перевешивал, и в итоге они положили туласи на другую сторону чашу весов, и туласи перевесил Кришну. Где живет Господь? Там, где его чистые преданные. По милости Вриндадеви все наши аппаратки могут быть смыты. Бхактивикина аппаратка Лакшай, та, которая помогает нам избавиться от аппарата. Как мы сможем получить Кришну по милости Вриндадеви? Радарани сама поклоняется Вриндадеви, она говорит, что она получила Кришну благодаря Вриндадеви. Поэтому Вриндадеви очень важна. Каждый день нужно служить Вриндадеви. И так тогда мы сможем получить Бхакти Кришну. Шри Вриндадеви Кришна.